до пешеходного перехода, там наверху знак стоит, обгон запрещен, потом далее дублирующий знак стоит. Не увидел, наверное. А события, которые случились до разговора, попали в объектив нашей камеры. Водитель черного Соляриса решил обогнать медленно едущий грузовик. Контрольный отрезок, расстояние между знаками, пешеходный переход. Статья 25.1 КОП РФ. Лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, вправе знакомить со всеми материалами дела, писать отвод ходатайства и пользоваться помощью защитника. Понятно? Инспектор выписывает водителю штраф в 5000 рублей за нарушение 4 части статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. В прошедшем году автоинспекторы района оштрафовали нарушителей на общую сумму в 4 миллиона 5000 рублей. В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Блюстители дорожного порядка для тематического рейда «Встречная полоса» выбирают в основном загородные трассы. Там желающие обогнать ближнего своего у водителей больше, плюс выше скорость. И как сумма двух слагаемых – потенциальное ДТП со смертельным исходом. Значит, что нельзя гонять. Значит, там нет, не заметил просто. Второй случай тоже попал в кадр. И здесь водитель решил сэкономить время, обогнав тихоходов. Но в этой ситуации автомобилист может остаться без прав, потому что совершил обгон в неположенном месте второй раз за год. Слушай, не согласен? Ну, а можем будет отправить вот этот район? Нет, по месту рассматривается. О чем по месту? Потому что вы совершили здесь. Помехи другим участникам дорожного движения создавали и автомобилисты, которые пополнили статистику смертности и травматизма в ДТП. В прошлом году на дорогах Альметьевска погибло 14 человек и 47 пострадало. Все это следствие неправильных обгонов. Сейчас пройдем.